Hilltop, one of many small villages that dot the most remote regions of the northern wildlands, known as the Silver Marches. Few would choose so cold and inhospitable a land to make their home. Only those seeking a new life or to escape their past. It is in Hilltop that your mentor, Master Drogon, chose to settle after a lifetime of adventure. Here, he would pass on his knowledge to you and a select few others with promise. It is here that evil comes in the shadows, and behind it, a sinister purpose that will see your own promise either realized in full or extinguished forever. Всем привет, с вами Лакмус. И я. Здравствуйте. Всем. Кто ты? Ты кто вообще? Ну, вообще, называть меня можно Ламберт, как ник моего персонажа. Вот. И мы представляем вашему вниманию прохождение аддона к игре Neverwinter Nights под названием... Тени Андертайда. Тени Андертайда. Это будет кооперативное, естественно, прохождение. Я решил для этого прохождения создать нового персонажа. То есть мы будем качать персонажей с нуля. У меня, как видите, паладин и волшебник. Да. Ну, как решил? Дело в том, что тут от тебя мало что зависит. Дело в том, что, по идее, дают только первого уровня персонажа. Ну, так должно быть, по крайней мере, по задумке. Поэтому вот мы создали новых. Ну, давай, наверное, расскажи немного. Ну, я просто покажу сначала своего персонажа. Я немножко прокачал силу, немножко прокачал ловкость и в основном вложился в харизму. Вы можете видеть все параметры. Ну, характер только законопослушный, добрый может быть у паладина. Также я прокачал здесь убеждение. Где оно? Вот. 4 пункта вложил в убеждение и 4 пункта при старте вложил в дисциплину. Показывать все это я не вижу смысла, просто по техническим причинам. Поэтому я просто вот показываю готового персонажа. И навыки. Умение, вернее, решит, я уже забыл. Навыки, в принципе, можно и умениями назвать. Вот, удача героя и сильная душа я взял при старте. Второго персонажа, Ламберта, мы покажем чуть позже. Здесь у меня есть ящичек, я сейчас его быстренько обшарю. Есть. Кстати, там довольно много вещей. Весьма. Я уже выгреб из своего все, что мог. И если я правильно помню, то довольно важными вещами тут являются кристаллы фокусировки. Да-да-да. По-моему, это чуть ли не наши респы при смерти. Вроде бы как. Я давно очень играл, давно очень проходил эту кампанию. Тихо, на меня набежали какие-то типы. Ага, вижу. Это Лакмус. Окружили. Скажи мне, Лакмус, наверняка тебе уже приходил. Так, это автосейв. Да. У нас все нормально. Настроен автосейв, просто чтобы не было фейлов чисто технических. Вот, скажи мне, Лакмус, наверняка тебе уже приходилось слышать, как наша дорогая Миша прошла последнее испытание. Миша, вот она. Кстати, тоже паладин. Мне надоели, говорит, твои издевки. У тебя тоже ничего бы не вышло. Наоборот, дорогуша, я стараюсь делать то, о чем просит мастер Дроган. Если он просит спасти ребенка гоблина, я его спасаю. Мне не так уж сложно. И в разговор вмешивается некая Дорна, ловушечница. В общем, они тут обмениваются любезностями. Кто хочет, может прочитать. Какой-то особой сюжетной информации эти диалоги несут. Выбора у нас здесь особого тоже нет. Ну, это так. Ученики и мастера этого между собой. Перепалки у них дружеские, наверное, даже. Суть здесь в том, что мы оказались в некой школе вот этого мастера Дрогана. И, в общем, проходим некое обучение. Воу, это я случайно.
проверял, просто эмоции есть такие разнообразные. Вот. Кстати, да, мы автоматически в одном отряде уже сразу. Там можно в настройках такое задать сетевой игры. Ну и, наверное, самое интересное, как будет у нас опыт распределяться. А мне вот интересно, сможем ли мы взять еще одного вот из этих вот? Сможем. По идее, мы можем брать одного напарника, одного вызываемого. Вот. Так. Это диалог закончился. Они напали. Произошло нападение. Ну, подожди, куда? Я предлагаю вначале обшарить их комнаты. Естественно. Без этого вот. Никак нельзя. Несмотря на то, что ты паладин. Ну но... что, вот тут меч есть, да. Тренировочный. Да. Книжку эту беспонтовую я брать уже не буду. Кстати говоря, можешь показать мои характеристики. Да. Второго персонажа давайте посмотрим, да. Тоже. Так, а где тут посмотреть-то? Ну, а у меня нету. По идее, проверить, ну, то есть, вот, правой кнопкой на моем персонаже там будет самое... А, вот, все, нашел. Но нет. Там вряд ли будет все. Не, вообще ничего. Тут вот изучить и как у мобов. Ага. Рейтинг поединка испытывающий. Ну, то есть, наверное, что-то придется все-таки рассказать мне. Расскажи давай. Кратенько. Ну, что я могу сказать? Сила, по характеристикам сила, в общем-то, магу, понятное дело, не сильно-то нужна. Бить я вряд ли кого-то буду. Ловкость стоит поднять, просто потому, что это дает бонус к броне небольшой. Вот. Но для мага весьма существенный. Телосложение, опять же, то есть ловкость, телосложение, все это у меня на 15. Интеллект – это основной параметр будет. Он 16, чуть повыше. Ну и мудрость, харизма я просто решил не делать. Минус по десяточке оставил. Вот. Немножко схитрил с заклинаниями, потому что дается магам, то есть волшебнику вот и колдуну даются сразу 4 свитка. Ну, я немножко, конечно, тут профейлил. Можно сэкономить на этом, выучить потом эти свитки. Вот. Так, ты уже вскрываешь, как я понимаю. Ну, я пытаюсь, но что-то не выходит. Тут сработала ловушка у меня на замедление. В первом сундуке я поднял ловушку и отмычки на продажу. Ну, долбани чем-нибудь тоже. Сейчас посмотрим. Просто дело в том, что у меня А, ну, ты сам справился. Кстати, вещи ж, по-моему, не повреждаются, да? От таких методов вскрытия. Кстати, ты можешь все это забрать. Да? Там. Да. А, ну там, да, неплохие вещи. Кстати говоря, весьма. О, палочка. Да, ввиду того, что играю я все-таки волшебником, а не колдуном, придется мне атакующие заклинания как-то в виде посохов, что ли, использовать, чтобы быть более полезным именно для группы. Вот. Сохранится. Угу. Ну что, двигаемся. А ты все комнаты проверил? Да, все. Ну, тогда, в общем-то, можно. Там и не было. Да. Несколько лечилок. Я вот не сейчас помню, зачем нужно орудие инквизиции. А это что вообще такое? Я нашел в своем сундуке, вот в стартовой комнате. Угу. На нем надпись: «От битвы нельзя отказаться, разве что вы захотите умереть. Смерть – довольно крайняя мера, и жестокая орда орков вокруг вас не выглядит особо обнадеживающе». Это книга или что это вообще? Это предмет какой-то? Это предмет. А выглядит как примерно? Опиши мне, просто может быть у меня тоже что-то есть. Переводы-то у нас разные, дело вот в чем. А вот ты можешь посмотреть на него. А, давай. Посмотрим. А, вижу, да, интересная штука. Не знаю, у него, наверное, какое-то особое свойство. Посмотри, если есть, если нет, то, наверное, можно его смело куда-нибудь деть. Просто дело в том, что у меня есть довольно тоже бесполезный, на мой взгляд, предмет. Это вот верхушка от детской игрушки, еще что-то. Тряпка какая-то. Дает баф, короче говоря, увеличивающий какие-то умения.
Значит, это что-то такое твое квестовое. Вот. Может быть, даже потом. Может быть и нет. Так, ну я, в общем-то, готов, наверное. Давай, сейчас только я кину. Так, ну. Пойдем. Сейв. А нам не нужно, кстати, телепортироваться. По-моему, надо кольцом, нет? А зачем? Вот. Нам предлагают спускаться, я так понимаю. Да? Ну, давай. Ну, тут сюжетный ролик. На движке игры, в принципе, пишется, поэтому все нормально. Так, на мастера, видимо, тут напали. Кобальды, как я понимаю. И все бы ничего. Да. Подлая атака. Где же мои магические снаряды? Где же мы для начала? Так. А, вот мы где. Так, стоп, с паузы я по привычке буду поначалу увлекаться, наверное. Увлекайся, увлекайся, мне от этого только лучше. Я, кстати, наверное, даже ее сам сейчас активирую. Вот. Потому что единственное, чем я сейчас могу помочь, это вызову, пожалуй, какое-нибудь существо. А дамажит-то не слабо. Да, довольно сильные ребята. Убегают, кстати. Да. Прямо участие немножко. Ну и все. Давайте обшарим останки. Перво-наперво. Стрелы нам не нужны. Так. Так, болт. Болт я возьму. Ко мне подошла какая-то Аяла. Она говорит: все, мелкие твари убрались, тогда я позабочусь о Дрогоне. Могу только представить, что они сделали, чтобы навредить ему. Она что-то с ним сделала. Говорит, что не может определить яд. Попытается, видимо, его излечить. Нет. Не канает. Интересно, откуда у них такой яд? Мне тоже интересно. И неужели они проделали весь этот путь просто чтобы отравить мастера Дрогона? А ты вообще кто? Кзанас встревает. Мне кажется более чем подозрительным то, что какая-то незнакомка, готовая помочь, появляется именно во время нападения этих мелких тварей. Миша, как грубо. Это... Так, ты вот что сделал сейчас? Сейчас, не знаю, мне просто перекинули диалог на меня неожиданно. Я вроде ничего не делал. Ладно. То есть по очереди с нами будут разговаривать, да? Ну, не знаю, я надеюсь, что нет, конечно. Диалог, просто надо, короче, бы, чтобы... пошел, опа, диалог пошел нам вот в эту вот, в чат, я так понимаю. Короче... Да, в чат. Нас сейчас отряжают искать, собственно, что случилось, выяснять. А Яла это говорит, что она какой-то орфист. Могу, кстати, немного рассказать, если интересно, давай, по поводу орфистов. Лучше ты. Орфистов, вообще эту организацию, если я правильно помню, создал великий маг вообще данной вселенной, вот Эльминстер. Это такая, как бы, его, скажем так, организация, объединение различных абсолютно классов, различных рас, вот. Такой некоторый отряд быстрого реагирования. Тихо, что-то происходит. Пришел в себя. У него даже ранений нет, я вот смотрю. Что-то они украли. Так, я, наверное, слишком быстро переключил. Да-да-да. Пусть они поговорят. Потому что я не вижу диалога.
А над головами? А. Над головами только. Ну. Так, какие-то очень нехорошие вещи они, видимо, украли. Так, ну мы, наверное, поспешим все-таки, чтобы их догнать, пока далеко не ушли. Аял остается. Так, я, оказывается, старший ученик, вот так вот. Ну, что делать? Ну, я думаю, они все-таки меня отблагодарят, поэтому я подпишусь, пожалуй. Так. Угу. Ну, вот так. Я резюмирую. Мастер Дроган был серьезно ранен кобольдами, которые украли 4 артефакта, отданные ему на хранение. И мы единственный его ученик, обратите внимание, да, в паре, да, который может выследить кобольдов и вернуть артефакты. Если вы найдете их, принесите их Аяле. Это в дневнике запись. Так, ну тут Аяла, в общем-то, можно с ней поговорить. Ну, впредь, наверное, ты будешь как-то разговаривать, не знаю, чтобы все-таки на запись все это дело шло. Поскольку я не записываю. Да, вот здесь сюжетная информация техническим несколько будет смазана. Но я постараюсь все-таки большей степени из дневника все это, да, восполнить. Так, ну вот Аял тут предлагает немножко нам, так сказать, рассказать о аспектах задания. С чего мы начнем вообще? С чего нам начать? Я вот смотрю, что здесь по кухне лежат какие-то продукты. Мясо. Бери, продадим. Рыба. В случае. Все это надо? Знаешь, может пригодиться вполне. Не знаю, как тут, но вполне возможно придется есть. Кто знает, может быть, какого-нибудь пса прикормим. Да, кстати, я вот играл в этот модуль довольно давно. Да я вот тоже. Поэтому... мы будем как два нуба бегать и, в общем-то, да, на ходу вспоминать. Каких-то таких именно аспектов, то есть что именно реализовано в данном модуле, он просто вышел как бы явно позже официальной кампании, и кое-что вот в механике игры, возможно, было несколько подправлено, какие-то ролевые моменты добавились, но, к сожалению, не помним мы ничего такого, поэтому... Вниз сходим? Да, конечно, конечно. Надо сперва тут все осмотреть. Так, вниз. А что, я уже все смотрел. Так, а вниз это где, собственно говоря? Ну вот ко мне. Да. Ко мне. А, карта. Верно. Все, вижу тебя. Подвальчик. Так, а что-то здесь нас не ждут, мне кажется. О, тут что-то защитные какие-то. Смотрим. Заклинания довольно много причем. Боже мой, что это? Это еще один кобольд явился ломать вещи мастера. Что ж, Риизи сразится с ними, это уж непременно. На этот раз она защитит вещи своего хозяина. Нет, этого я знаю. Это меня утешает. Привет вам. Ну, я вообще-то, честно говоря, не помню никакой Ризи. Что здесь произошло? Ризи была в ужасной опасности. Я была здесь, когда глупые и уродливые кобольды украли вещи мастера. Я все та же Ризи. О да, я не умерла, это хорошо. Но вам следует знать, что кобольды украли вещи мастера. Это я знаю. Вы не можете помочь, потому что их нет, и это грустно. Но Ризи чувствует, что с мастером что-то не так. Скажите мне, что с ним случилось, пожалуйста. Он был отравлен. О, нет-нет, бедный-бедный мастер, бедная-бедная Ризи. Если мастер умрет, Ризи останется совсем одна. Ризи должна пойти наверх, к мастеру. Да, должна. Но мастер хочет, чтобы Ризи оставалась внизу, в его лаборатории. В общем, она здесь что-то сторожит. И это что-то нам, видимо, нужно. Не так, так просто. Подожди, смотри, Ризи чувствует себя очень плохо сейчас. Может быть, если мы поговорим, я буду чувствовать себя лучше. Она и хочет загадать нам загадку. Ну, давай, конечно. А ты знаешь отгадки? Нет. Ну, попробуем. Моя загадка. Отличный выбор для вас.
Так, у женщины 5 детей, и половина из них сыновья. Это возможно? Ну, не знаю, попробуем. Я думаю, что да. Да, пусть будет да. Это верно. Ризи думает, вы умнее, чем кажетесь, а может, вам просто везет. Если другая половина детей тоже мальчики, у нее должно быть 5 мальчиков. В этом вся хитрость. Но я догадался на самом деле. Ну, тут пока что, я думаю, простые. Сначала будут загадочки. Мне хотелось бы задать несколько вопросов. Вопросы не такие хорошие, как загадки. Если только вопросы не есть загадки, но вы спрашиваете, я постараюсь ответить. Что же сделали кобольды? О, это было ужасно. Я легла поспать, и мне снился прекрасный луг, усыпанный цветами, а над ними летали бабочки. Это было чудесно. У вас бывают такие сны? У тебя бывают такие сны? Луг с бабочками? Бабочки? Нет, вряд ли. У меня все башни там, до заклинания. Да, мне вот тоже не снятся такие сны. Какая у вас грустная жизнь, говорит. И вот, меня разбудил ужасный звук, и я тотчас же стала невидимой. А когда я увидела в доме этих ужасных кобольдов, я подумала, что мастер Дроган сейчас же придет сюда. Я видела, как они подходят к лаборатории, и я знала, что они не пройдут. И я думала, что будет очень весело смотреть на них из-за магического круга. Я уже собиралась вылезти к ним и посмеяться над ними, но тут они остановились, и вы не поверите, что они потом сделали. Они бросили пыль в круг. Ну и что? Наверное, это была магическая пыль, потому что иначе она бы не сработала. Глупые уродливые кобольды прошли прямо по символу и украли все вещи мастера. Ну, может быть, не все вещи. Кое-что осталось. Всякие маленькие вещи, про которые кобольды не думали, что они важные, или просто не смогли найти. Ну и самое главное... Это уже, кстати, интересно. Да, главный вопрос, как же мне попасть в лабораторию? Ризи не может вам это сказать. Мастер никому про это не говорил, кроме Ризи. А теперь мастеру плохо. Хозяин доверил Ризи защищать его сокровища, а Ризи не справилась. Никогда больше Ризи не подведет мастера. Не просите, чтобы я вас пустила внутрь. И у нас есть вариант убеждения. Сейчас мы используем его. Кстати, да, если придет такая мысль, что провал, можно просто атаковать это существо, то эта идея довольно плохая, поскольку на нашем уровне это очень-очень сложная будет очень задача. Очень трудный, однако, у нее рейтинг. Да, очень сложная. Вот, но, тем не менее, провал у нас убеждения. Ничего не получилось. Да, бывает. Ризи знает, в чем дело. Она знает, и ты ее не обманешь, гнусный маленький кобольд. Так, хамить не будем. Вообще никогда не любил этих магических драконов. Она тут путает нас с кобольдом. Еще Ризи может испытать вас. Тогда она принесет вам вещи мастера. Пожалуй, Ризи загадает вам загадку. Ну, давай. Так, вы уже ответили правильно на одну загадку. Так что Ризи задаст вам еще 2 загадки. Блин. Потому что она добрая и заботливая, ты понял? А, ну, да, теперь это все ясно. Так, пленника должны убить. И палач говорит ему, что он может сделать одно утверждение. Если его утверждение будет правдой, его утопят. Если его утверждение будет ложью, его повесят. Какое радужное будущее. Какое утверждение может так сильно смутить палача, чтобы пленника вообще не убили? А есть варианты? Вариант первый. Меня утопят. Вариант второй. Я буду повешен. Третий. Я невиновен. Четвертый. Я виновен. И пятый. Я не знаю. У меня вот только 5 вариант. Ну, может быть, я виновен, наоборот. Если он скажет правду, его утопят. Если неправду, его повесят. Тогда да. Тогда сложнее. Но это загадка на логику. Я вообще никогда не был силен в таком. Я, честно говоря, то есть как... Если подумать очень долго, то я приду, возможно, к правильному решению. Но вот как-то так прям тут не очень я, работает. Я, если честно, вообще не уверен, что нам здесь что-нибудь перепадет раньше времени. По-моему, перепадет. Вот мне кажется, у нее хорошие вещи, просто потому, что это лаборатория. Тут должно быть что-то полезное мне, в частности, я думаю. Ну и хотелось бы все-таки получить. Так, давай, может быть, подумаем все-таки чуть-чуть. Что тут можно? Так.
Но вот он скажет, допустим, будем по порядку. Он скажет, меня утопят. Если это будет правда, то его действительно утопят. Ну да. Если не правда, то его повесят. Фактически. Нет, так подожди, не так. Рассуждать надо не так. Меня утопят. То есть, если. Нет, для меня это слишком сложно. Я сейчас уже, у меня позднее время, я не способен на такие логические конструкции. Ну, да, не очень хочется, честно говоря, возиться. Ну, попробую. Не знаю, что-нибудь из последних двух. Я не знаю, которые. Ну, я не знаю, это, по-моему, слишком уж такой сразу проигрышный вариант. Мне так кажется, по крайней мере. Ну, я не виновен, это слишком очевидно, по-моему. Вряд ли этот вариант проканает. Также меня утопят и повесят. Я виновен. Давай, я виновен. Палач согласится с вами, и вас утопят. Это не сработает. Борода, короче, нам. Наверное, вы кобольд все-таки, раз такой глупый. Так, еще раз. Меня вот домовым назвали. Еще раз мы можем воспользоваться убеждением, но я подозреваю, что ничего у нас и на этот раз не получится. Да, у тебя убеждение сколько, кстати, там? 8. Да. Ну, провал, естественно. Да. В общем-то, другой шанс нам дает. Интересно, сколько этих шансов будет? Сложная загадка, так что вам понадобится много времени, чтобы найти ответ на нее. Ну, до конца серии как раз. Просидим. Есть один пустынный остров. На острове растут 4 фруктовых дерева. И на всех деревьях фрукты разные. Каждый год на остров приезжает несколько волшебников, потому что им нравятся фрукты. Каждый волшебник ест 2 сорта... Боже мой, я уже... Уже нехорошо, да? Да. Каждый волшебник ест 2 сорта фруктов, но у каждой группы из 2 деревьев может быть только один общий волшебник. И это означает, что только один волшебник может есть и яблоки, и груши. Честно говоря, вот самое такое забавное, что загадки такие, ну, то есть как вот из типовых таких, именно этого вида загадок, которые довольно распространены, но, к сожалению, я такие вещи просто не запоминаю. Вот. Ну и как-то думать тоже сейчас, да, не очень-то. И, внимание, вопрос. Сколько же всего волшебников? Так, еще раз читаем условия. Есть один пустынный остров. Растут 4 фруктовых дерева. И на всех деревьях фрукты разные. Каждый год на остров приезжает несколько волшебников. Потому что им нравятся фрукты. Так, каждый волшебник ест 2 сорта фруктов. Но у каждой группы из 2 из двух деревьев может быть только один общий волшебник. Так, а варианты какие там? 4, 6, 8, 16. Ну, да, ожидаемо. Это означает, что только один волшебник может есть и яблоки, и груши. А при чем здесь яблоки и груши вообще? Ну, это, видимо, как пример идет. Я думаю, что их 4 на самом деле. Может быть, это неправильно, но так вот. Ну, я думаю, знаешь, или 4, или 8. 16 очень вряд ли, потому как есть такие ограничения, как на 2 дерева там только один, да, получается. Поэтому... Нет, на 2 дерева только один общий волшебник. Ну, попробуй. 4, наверное. Может быть, конечно. Это 8. Неправильно, естественно. Конечно. Все, Ризи чувствует, что мастер очень испуган. И, в общем-то, я думаю, что... Да. Был бы у меня диспел, я бы тут ей просто все разнес. Тихо, подожди, она... Теперь она ко мне, так. Ага. Она хочет что-то дать нам все-таки. По-моему, нет. Нет? Ну, у меня 50 опыта мне дали. Да? Ну вот смотри, в диалоге. Да-да-да, вижу. Я пойду и достану магические вещи из моего тайника. И, кстати, нам дали вещи, по-моему. Да? Да, посмотри, у нас кристаллов больше стало. Ничего мне не дали. Это тебе дали, значит. Угу. Ну ладно, что тогда. Ну, смотри, что нам дали. Нам дали ключ от комнаты, ну вот лично мне дали. Потом дали кристалл фокуса, 3 штуки. И паника свиток. Ну и опыт, конечно. Так что, вот так. Ну отлично, на выход. Ну, кристаллы на самом деле очень полезная штука.
Теперь так надо что? Решить вопрос, будем ли мы кого-нибудь из них нанимать. Наверное, давай пока не будем. Потому как у меня есть фамильяр мой, Пантера. Есть призванный барсучок этот. Я думаю, справимся, наверное. Вопрос в том, ключик-то от чего? Какой ключик? А ну вот ключ от комнаты какой-то мне дали. Сейчас посмотрю описание. Это ключ от дома Дрогона. Так, его сторожила хранительница Ризи. В комнате Дрогона, несомненно, есть полезные предметы. Ну вот здесь у нас комната на карте, смотри. Так, столовая, кухня, озеро пророчеств, лаборатория есть. Нет, ну вот за стеной, ты видишь? За стеной? Вот где я стою лицом. Да нет. Ну а вот у меня там комната. Не знаю, может быть в режиме обнаружения как-то. Ну я ни в каком не режиме. Странно очень. Ну, видимо, туда нас пустят позже, я думаю, что смысла. А что там комната от ключ от комнаты мастера? Да, от его комнаты. Так она на втором этаже была. А мы ее не открыли уже, случайно? Ну, я когда к ней подошел, то как бы мне сказали, что борода, куда ты не пройдешь, ну, давай поднимемся. Значит, сейчас откроем. Так, у нас тут есть стандартный, по идее, пруд, в котором можно квестовые вещи установить, если мы случайно их там, например, выкинем или продадим, или еще чего-нибудь такое. Вот. Так, ну, пошли, посмотрим. Я испытываю большие надежды на его комнату, поскольку он все-таки волшебник. О, как. Сундук. Боязно как-то приближаться к нему. Осмотрим. Низкий, он плоский заперт. Сундук. Запертый. Да. А ну-ка. Нет, вскрыть, конечно, не удастся. У меня есть универсальная отмычка. Посмотрим. Да я думаю, что мы не сможем его вскрыть. А, он, да, он, потому что он стоит на, в общем-то, возвышении. Попробуй ударить, может быть, откроется все-таки. Нет. Угу. Ну, я предположу, что если я сейчас магией, тоже ничего. Да, вообще никакого. И здесь у нас какие-то интересные предметы в соседней комнате. Кристальный стол. Так, пресс. Пресс можно что-то положить. Я так понимаю, что это лаборатория. Похоже на какую-то такую комнату призыва или все-таки действительно лабораторию. Может быть, даже и то, и другое. Да, здесь ингредиенты лежат в ящиках, видимо. Так, где-то должно быть описание, кстати, наверное. О, оружие. Оружие. Ага, ингредиенты, да. Вот огонь алхимика я все-таки возьму. Уже хочется себе сумку какую-нибудь, хотя бы. Потому что нитр начинает немножко забиваться всякой чепухой. Так, вот я подобрал длинный меч. Не знаю, есть ли смысл его брать. Кстати, тут есть довольно неплохие шлемы, если что. И один из них, кстати, магический. Глаза орла. Да. Я его, по-моему, уже опознал даже. Я его, пожалуй, напялю. Бери, конечно. Хорошая вещь. Так, чтобы взять такое... Сумку возьму вот эту. Не знаю, я вообще не планировал, конечно, стрелять, но тяжелый арбалет... Не, арбалет надо взять, ты чё? Да. А может быть, кстати, вообще все возьмем? Я просто не знаю, удастся ли продать это. Естественно, что стрелы и заряды вот эти вот мы не продадим, потому что знаем ноль, насколько я помню. А вот всякие арбалеты, луки, мне кажется, можно будет продать. Другой вопрос... Будет ли у нас такая возможность поторговать? Ну, вообще должна быть такая возможность, почему же нет? Так, ну пока место есть, я думаю, можно взять. Тогда, наверное, бери всякие... А, я уже перегружен, вот в чем дело.
Так, я возьму тогда лук, прощу. Там еще второй слот, кстати, есть. Боевой топор, скорее всего, дешевый и тяжелый. Да, наверняка. Больше особо брать-то и нечего. Вот лук и прощу на продажу, да и все. Так, бочечки у нас тут пустые. Шкафы, в общем-то, тоже. Мне кажется, должно быть где-то какое-нибудь описание. То есть, что можно изготовить тут. Просто так ингредиенты не дадут. К тому же, все эти ингредиенты, ну, по крайней мере, что у нас тут есть? У нас есть череп горгульи. Насколько я помню, из него какие-то вещи изготавливались в оригинальной компании. Ты не помнишь случайно? Я помню, что изготавливались. Но какие? Ага. Так, кристальный стол Дрогона. Лабораторный стол. И у нас есть три пункта. Как получить кристалл? Так, каждому фокусному кристаллу необходимо один кварцевый кристалл, а также любые два из следующих драгоценных камней. И тут идет перечисление. Так, ну у нас, по-моему, нет вообще камней, да? Почему это у нас... Так, а ты забрал, что ли, эти... Я все предметы я взял. А, есть авантюрин. Да, есть, действительно. Еще один кристалл, похоже, мы сможем изготовить. У меня есть авантюрин тоже. Но у меня тогда нет кристаллов, кварца. А, кварца. Но у меня один кварц есть. Тогда сейчас попробуем. Так, я положил кристалл, положил авантюрин. Создать. Что-то не хочет он создавать. Так, а нужно вот, наверное, это, кольца использовать. Кольца? А, нет, тут какой-то рука мистры, что это такое? Это, по-моему, телепортироваться сюда. Или нет? По-моему, это телепортироваться в основной этот холл. Вот я сейчас попробовал, и вот я тут. А я не... мне пишет, что я не могу использовать предмет. А по-моему, он, кстати, за кристалл идет, этот телепорт, или нет? Или что-то такое должно быть? Вот еще, кстати, кристалл концентрации ты видел? В инвентаре. Да. Так. По-моему, вот это как раз наш респ. Вот этот кристалл большой. А что-то у меня не получается тоже. Я вот вложил авантюрин. Давай я тебе отдам еще этот... Или я его оставил, наверное, даже там, да? Я его заберу сейчас. Как я могу создать? Так, для каждого кристалла авантюрин, флорид, ну все входит. А почему он не создает-то, блин? Вы начинаете собирать эликсиры и порошки, которые Дроган добавляет к драгоценным камням для того, чтобы создать кристаллы и борода. Я не знаю, короче, что... Посмотри, в логе, может быть, ты взял что-нибудь. Ничего как компонент. Ничего я не взял. Ничего? Нет. Да, у меня, по-моему, тоже ничего. Ну, что ж поделать. Так, сейчас я посмотрю у себя просто лог по-быстренькому. Кристалл фокуса, кварцевый кристалл, авантюрин. Интересно, нет, ничего. Ничего, ну взял. И пойдем тогда на выход, что резину тянуть уже, времени-то. Да, пошли. Прошло. Я думаю, мы и сюда все-таки сможем вернуться, так кстати или иначе. Кстати говоря, у нас заканчивается время эпизода. Я на 40 минут завел таймер. Ага, ну так как-то получилось. Ну первый эпизод он такой, обычно. Затравка сюжета. Да. Давай выйдем на улицу, осмотримся и будем закругляться. Да, да. Дрогана хоть перенесли, что он тут лежит-то. На кроватку, да, положили. Да. Там, не знаю, раны перевязали. Клизму сделали. Ночь и зима. Замечательно. Ну, мне нравится, на самом деле, такой антураж. Кстати, да. И вот какой-то кобальт первый. Нифига он дамажит. Кобальт? Ну. Да. Он, более того, он тебя, по-моему, вырубил. Ну, конечно. Так, посмотри, что у тебя отнялось. У меня отнялся кристалл. Тот, который... Концентрация, да. Потеряно 50 опыта.
Ну, да, и все. Вот с потерями это, конечно, тяжко будет довольно-таки. А почему же он так дамажит-то жесточайше? Может быть, все-таки действительно не первого левела сюда надо было соваться, я вот думаю. Ну, вряд ли. Один кобальт все-таки. В расчете, что с нами, наверное, будет кто-то из них. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, все-таки даже, знаешь, стоит взять кого-то в помощь себе. Давай пока не будем, пока сами. Да, но пока попробуем. В любом случае, на сегодня на этом все. Мы надеемся на комментарии, конечно же, адекватные. Пожелания, может быть, подсказки какие-то такие в рамках без спойлеров, да? То есть сюжета да, я да, да. лично я не помню. Я тоже, я помню там, ну, буквально такие, просто что вот, затравку саму. Поэтому данная серия будет, ну, в смысле, цикл будет позиционироваться не как прохождение, а скорее как летсплей в чистом виде. Слепое прохождение, скажем так. Да. Ну, спасибо всем за внимание. Да, всем спасибо. Всем пока. Пока.